Добрый день, дорогие друзья! С вами Протерий Кирилл Иванов и канал с попом обо всем. Сегодня вторую неделю Великого Поста, память Григория Паламы, Великого Учителя Молитвы. Я думаю, что нам стоит поговорить о молитве. Многие задают этот вопрос о том, как молиться, какая молитва бывает, что такое прелесть в молитве, какие правила нужно брать, чем одно от другого отличается, одно правило от другого, можно ли заменять молитвы какими-то другими молитвами, правила какими-то молитвами, можно ли Иисусову молитву совершать вместо правил. Вот мы всех этих вопросов постараемся коснуться. Для начала я бы хотел зачитать вам определение молитвы, Преподобного иона лестничника, его память будет 4 воскресенье Великого Поста. Но поскольку сегодня речь идет о молитве, я думаю, мы с этого начнем. В его лестнице 28-е слово, которое посвящено молитве, называется так. О матери добродетелей, священной и блаженной молитве и о предстоянии в ней умом и телом. И первое слово, первая часть молитва. Я, может быть, какие-то моменты поясню, чтобы было понятно, чтобы это не было просто как какие-то эпитеты, значит, знаете, витиеватость какая-то, которая скользит по нашему уму, не задевает его, задевает только своей красотой, красотой слова, а внутренняя сила остается нам недоступна, поэтому я какие-то моменты поясню. Молитва по качеству своему есть пребывание и соединение человека с Богом. По действию же она есть утверждение мира, Батюшка Серафим Саровский говорил, «Стяжи, дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Да? Примирение с Богом. Потому что, соединяясь с Богом, если мы нечисты, мы не можем, не можем с Ним соединиться. Поэтому, с одной стороны, мы, очищаясь в молитве, соединяемся с Богом, а с другой стороны, соединяясь в молитве с Богом, мы очищаемся. А очищаясь, мы, соответственно, примиряемся. То есть, получаем прощение наших грехов. «Матерь и вместе дочерь слез». То есть, молитва... Это предстояние Богу. Когда мы Богу предстоим, мы видим пропасть, которая между нами и им. Видим свои прегрешения, и от этого в нас рождаются слезы. А слезы, в свою очередь, очищая нашу душу, усиливают молитву. Поэтому молитва – это вместе матерь и дочерь слез. Умилостивление о грехах. Но об этом мы немножечко сказали уже. Мост для перехождения искушений. Потому что в молитве мы с Богом соединяемся, а когда мы с Богом, как блаженный Давид, в одном из псалмов говорит, «Предзре Господа предо мною выну, яку одесную мне есть, да не подвижусь». Я всегда Бога перед собой увижу, что Он рядом со мной, поэтому я не подвижусь. Поэтому переходим искушение. Стена, защищающая от скорбей. Бог – это самая большая радость в нашей жизни, и если мы с Ним соединяемся и переживаем Его присутствие в нашей жизни, то мы обладаем самым большим сокровищем, и никакие скорби нам прикоснуться уже не могут. Сокрушение браней. Дело ангелов. Ангелы, как бесплотные духи, молитвой питаются и молитвой живут. Это их постоянное делание, словословие Бога. Пища всех бесплотных, вот о чем мы говорим. Будущее веселье, потому что когда душа познает своего Творца, она веселится, она радуется, она обретает радость. Господь нас для этого сотворил, для бесконечной радости. Именно поэтому Он и делает все для того, чтобы нас призвать к молитве, те же скорби нам посылает или какие-то искушения, чтобы мы их перешли. Потому, что, не потому что ему нужно, чтобы мы его славили. Он далек, от, в нем нет каких-то наших страстей, тщеславия, гордости вот, и чего-то такого. Ему все это не нужно. Это нужно нам. Он знает, что в нем только мы можем обрести источник жизни, источник радости. К этой радости и к жизни он нас призвал. Вот, поэтому дело не в том, что ему приятно, что его славят, и он тщеславится этим, нет. А это нужно нам как пища. И как мать не хочет, чтобы ее ребенок остался без пищи, так и Бог не хочет, чтобы мы остались без молитвы к нему. Пища всех бесплотных, будущее веселье, бесконечное делание, потому что в молитве мы будем постоянно. Вот здесь наша земная жизнь закончится, и когда мы перейдем в тот иной мир, то жизнь наша будет, будет непрестанной молитвой, непрестанным словословием Бога. Потому что молитва, как мы с вами только что сказали, это пища и радость души. Источник добродетелей, виновница дарований, невидимое преуспеяние, пища души, просвещение ума. Секира отчаянию. Ну, в каком-то смысле здесь синонимы, да, что на чем-то мы на большинстве уже на большей части остановились. Указание надежды, молитва для начальных дарует надежду, потому что когда мы Богу предстоим, то в молитве мы получаем извещение о том, или получаем, или не получаем. Если усердно молимся и очищаем свою жизнь, то рано или поздно мы в молитве начинаем получать извещение, удостоверение о том, что молитва наша Богом принята. А когда мы получаем это извещение, то у нас рождается надежда, что Бог нас никогда не оставит. Вот молитва терпение, молитва дарует нам надежду. Вот, то есть мы с верой молимся, в молитве, совершаемой с верой, получаем надежду, а когда наша надежда регулярно оправдывается Богом, то у нас появляется любовь. Вот такая лесенка. Вера, надежда, любовь. Уничтожение печали. Богатство монахов. Если монах не умеет молиться, то это не монах. Сокровище безмолвников. Украшение гнева. Зеркало духовного возрастания. По тому как мы молимся, мы видим свой духовный рост. Но поскольку молитва суд, здесь, по-моему, тоже это есть, да? Сейчас мы про... будет дальше о том, что молитва это и суд одновременно. То есть это с одной стороны зеркало. Мы в молитву смотримся, когда преуспеваем, смотримся как как в зеркало и видим наше преуспение. Но с другой стороны, поскольку молитва это суд, мы предстоим на суде перед Христом, перед Богом, мы не можем тщеславиться. То есть истинная молитва, она отсекает всякое тщеславие. Обнаружение душевного устроения, предвозвестница будущего воздаяния, знамение славы. Молитва истинно молящемуся есть суд, судилище и престол судьи прежде страшного суда. Вот такое распространенное определение молитвы дает преподобный Иоанн Лествичник в 28-м своем слове книги «Лествица». Сейчас мы отойдем от Иоанна Лестничника и несколько слов буквально я хочу сказать о Григории Паламе, архиепископ фессалоницкий, чудотворец. Его отец был, имел высокую духовную степень преуспеяния своего. Он, несмотря на то, что он был сенатором, он был, можно сказать, правой рукой царя, несмотря на все это, он был безмолвником можно сказать, пустынником посреди города, посреди Сената. Он предавался безмолвию и предавался молитве Иисусовой. На заседаниях Сената он погружался в молитву Иисусову, и когда к нему обращался царь, он иногда его обращения не слышал. Царь, зная о его вот этом делании, не пенял ему на то и уважал его за его вот эту глубокую внимательную молитву. И вот эту склонность, и любовь к молитве, любовь к, безбол... к безмолвию, любовь к предстоянию Богу перенял от Константина, от своего отца и Григорий Палома. Для него высокие степени молитвы, как, например, осияние фаворским светом, было не что-то такое теоретическое. Это вот мы теоретически можем обсуждать, что такое фаворский свет, что такое осияние божественное и так далее. Для него это было что-то такое повседневное, реальное и осязаемое. Он этот фаворский свет видел регулярно в молитве, даже когда не уединенно молился, а когда он молился среди братьев. Это описывается в его житии, как он видел Например, о том видел то, кем будет э, тот или иной монах или игумен, да, что он будет епископом, например. И вот это ему открывалось. Э, причем даже тогда, когда ему мешали внимательно молиться, и поскольку ему мешали, скажем, рядом настоящие братья, то, он, чтобы ему вот это этот шум или какие-то разговоры не мешали молиться, он еще глубже погружался в молитву. То есть то, что для кого-то является препятствием в молитве, для него это являлось пособием. Если кто-то рядом с нами будет разговаривать, нам это будет мешать молиться, да? Григорий Палама это наоборот использовал для того, чтобы отрешиться от этого разговора и погрузиться еще больше в молитву. И в этой молитве, когда рядом кто-то стоял и болтал, он получал божественные откровения. Вот какова была его молитва. <косм�> Будучи епископом Фисланицким, он приходил на рынки, на базары и там благовествовал, рассказывал о молитве. Можете ли представить себе сейчас, чтобы какой-то епископ пришел на рынок и начал там рассказывать о молитве? Но ну, если это еще можно представить, то, наверное, с трудом можно себе представить, что вокруг этого епископа соберется множество людей и будут слушать его. Сейчас слушают обычно другое, о том, какие попы плохие и епископы на каких мерседесах ездят. Вот, вот это больше народ интересует, а не то, как правильно молиться. Вот тогда настроения были другие, и люди собирались на базар не только для того, чтобы купить картошку и огурцы, а для того, чтобы побеседовать о том, что людей больше всего волновало. А больше всего людей волновало путь, больше всего волновал путь спасения. Вот, поэтому говорили о богословских каких-то вещах, о духовных вещах и, конечно же, о молитве. И вот Григорий Палама приходил на эти торжища, на рынки, на базары, и там людям рассказывал о молитве. Что интересно, Григорий Палама э, утверждал, что без молитвы Иисусовой практически спасение невозможно. Вот для нас сейчас это может прозвучать парадоксально, но вот он говорил, что без молитвы Иисусовой чуть ли не невозможно спастись что каждый, не только монах, но и мирянин, должен усердно прилежать молитве Иисусовой. На эту тему есть у Иосифа Исихаста. Я не стал искать сегодня это место, перескажу его так близко к тексту. Иосиф Исихаст говорит, что есть два пути спасения. Он, собственно, не отрицает, и Григорий Палама, конечно, не отрицал путь спасения без молитвы Иисусовой, вот, но подчеркивал этими словами, что это очень сложно сделать. Так вот, у Иосифа Исихаста примерно такой пассаж есть. Он говорит, что есть два пути к спасению: это обычный путь, учитывание обычных правил, совершение таких добрых дел, стараться, стараться ходить по заповедям Божьим, творить волю Божию, и вот тогда, может быть, соберешь какой-то багаж духовный к концу своей жизни и, возможно, удостоишься благой участи у Бога в Царстве Небесном. Вот. Но человек, который живет так, он до конца дней своих не видит плода практически, не видит плода духовного в своей жизни. А есть другой путь. Это путь внутреннего делания или трезвения, внутренней молитвы, молитвы Иисусовой. Человек, который занимается вот этим внутренним деланием, возрастает духовно и видит свое преуспеяние здесь. Вот. Но он не тщеславится, не гордится. Почему? Потому что молитва и прежде всего молитва Иисусова – это суд для человека. Предстоя на молитве Богу, человек предстоит суду Христову. Когда человек не внешне только, хотя и совершая какие-то правила, да, утреннее, вечернее, последование к причастию, учитывая каноны, мы тоже стараемся, конечно, их не внешне вычитывать, а как-то внутренне сосредоточиваться, да, но особенно вот это сосредоточение, внимание ума, и соединение прежде всего ума с сердцем возможно именно в молитве Иисусовой. Очень сложно ум с сердцем соединить, вычитывая псалмы, каноны и какие-то последования, потому что они способствуют рассеянию. Очень много образов, очень много слов каких-то. Сам молитва слов, книга, псалтирь там, или еще что-то нас рассеивает, отвлекает. А в молитве и всего пять слов. Ну, пять, семь или восемь, кто как повторяет. В основном, конечно, в ходу в большей степени у греков, но и у наших тоже. В большем ходу пятисловная молитва «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». По-гречески она еще короче звучит «Кири Иису Христе и Вот пятисловная молитва. Свершая ее, нам никакие пособия не нужны. Мы можем закрыть глаза. Можем сосредоточить свое внимание в грудной клетке. И пытаться отрешить свой ум от рассудка, отрешить свой ум от головного мозга, от головы. Собственно, там он и не должен пребывать. Вот большая ошибка многих верующих, многих молящихся в том, что когда они молятся, они сосредоточивают свое внимание в голове. Вот этого категорически делать нельзя. Потому что молитва там не должна происходить. Молитва должна происходить в сердце. Да, вы мне, конечно, скажете сейчас, как же святые отцы запрещают в сердце спускаться прежде времени. Но вы в сердце и не можете спуститься. Не надо давить на сердце в молитве. Дело в том, что мы не знаем, где сердце находится. Человек, которому Господь не открыл сердечное место, он не знает. И действительно, туда спускаться умом опасно, потому что вы можете попасть не в ту область. Сердце из нескольких частей, так скажем, состоит, да? Есть верхняя часть сердца, духовного, именно не телесного, духовного. Если вы пойдете своим умом в плотское сердце, то оно как раз находится, ну, условно говоря, в нижней части духовного сердца. А в нижней части духовного сердца нижняя часть отвечает за страстные, за страстную часть души, за чувства и за волю. И вот если вы туда спуститесь своим умом и будете там молиться, и ваше духовное сердце начнет отогреваться, и вы почувствуете теплоту и примете ее за теплоту духовную, то тотчас же вы можете оказаться под воздействием нечистых всяких помыслов, которые очень быстро вас одолеют. Похоть. Похоть, гнев и так далее а та часть духовного сердца, которая, в которой мы умом должны предстоять и молиться, находится в верхней части. Вот. Но где это конкретно, это должен Господь нам показать. Мы только опытом можем это познать. Если мы начнем здесь своим вниманием путешествовать, то мы промахнемся и окажемся совсем не там. Поэтому в любом случае нужно не собирать свой ум в голове, нужно отрешиться от вот этих советских, так сказать, теорий, что мы думаем только головой и только мозгом. В мозге находится, имеет свое седалище рассудок, но еще есть и ум, который до грехопадения Адама и Евы находился в сердце и оттуда убежал, как Адам в кустах спрятался. Э, стыдясь бога точно так же и ум стыдясь того места где он богу предстоит убежал из сердца э, в головной мозг в голову вот мы должны его оттуда не извести но поскольку вы не знаете поскольку мы не знаем где находится наше духовное сердце мы должны либо внимание свое сосредоточить в гортане вывести из ума и направить его туда к сердцу либо в самой верхней части грудной клетки вот там сосредоточить свое внимание вот таким образом вы избавите себя от смешения свой ум, избавите от смешения с рассудком, молитва станет внимательной, кроме того, не будет никаких последствий, скажем, головные боли, вот, и какие-то другие еще могут быть последствия, когда человек, ну, как раздвоение такое наступает, это, конечно, не шизофрения, но некий схизис такой, когда человек замолился, вот так и говорят, что он замолился, ему начинает что-то казаться. Почему? Потому что в голове не может находиться два разных, две разных силы. Не должно находиться рассудок и ум. Если они одновременно там начинают действовать, то как раз и наступает вот это раздвоение, расщепление. Вот. А когда каждая сила занимает свое подобающее ей место, ум там где-то в груди, рассудок здесь в голове, то все становится на свои места. И рассудок становится чище, и лучше работает, и ум. Но, наверное, об этом хватит, а вот на этом не будем сейчас останавливаться. Молитва по содержанию может быть благодарственная, покаянная и просительная. И вот святые отцы, в частности Иоанн Лестничник, они в такой последовательности и советуют нам предстоять пред Богом. Когда мы пред Богом становимся, то сначала, кстати, и правила наши в основном так построены, да, молитвенные, обычно сначала идет словословие, благодарение Богу. Есть небольшая разница между благодарением и словословием. Словословие это высшая молитва. Вот, мы не за что-то конкретно благодарим, а просто богославим. Но можно тоже словословие отнести к благодарению. Так вот, сначала в молитве лучше всего Бога возблагодарить за все. Потом принести сокрушенное исповедание своих грехов, покаянную молитву. А потом уже просить о чем-то или о ком-то, за кого-то. <клёх> Сам Господь говорит о тех условиях, которые мы в молитве должны соблюдать. Первое условие – это то, что мы должны предстоять пред Богом в одежде всепрощения. Мы должны всем все простить и со всеми примириться. Если этого не будет, то Богу наша молитва будет неприятна. Как же мы будем просить Бога о прощении наших грехов, если мы сами кого-то не прощаем? Господь говорит, если ты имеешь на кого-то или кто-то на себя что-то имеет, а ты принес дар твой к жертвеннику, к алтарю, то оставь твой дар, иди прежде примирись с братом твоим, а потом приноси твой дар к алтарю. Вот, не судите, да не судим и будете. Молитва – это суд, как мы в самом начале сказали. да? Вот, поэтому, если мы предстоим судищу Христову, то, конечно, мы сами никого судить не должны. Как мы можем кого-то судить на суде? Когда мы каемся в своих согрешениях, нам уже дела нет до чужих прегрешений. Тем более, что мы должны понимать, что бо большая часть из того, в чем мы людей осуждаем, нам только кажется. Этого на самом деле нет. Мы выдумываем. Выдумываем их грехи, страсти и пороки. Мы видим в других то, что есть в нас. И наоборот, если мы тайным образом совершаем добродетели, тайно благодетельствуем нашим ближним, тайно подаем милостыню, тайно молимся, тайно еще что-то делаем, не знаю, то мы понимаем, что люди не такие, какими мы их видим потому что наши добродетели люди не видят, значит и мы тоже не видим добродетелей наших ближних. И мы начинаем понимать, что люди гораздо лучше, чем нам кажется. Но это не просто какой-то аутотренинг, знаете, что я знаю, что я не такой, как кажусь другим, я гораздо лучше, поэтому, возможно, и другие лучше. А мы начинаем это чувствовать. И мы, в конце концов, когда душа наша просвещается под действием милости Божией и под действием тех добродетелей которые мы тайно совершаем когда душа наша очищается и очи души нашей открываются мы действительно начинаем ближних видеть как ангелов ну и еще одно условие молитвы очень важное это постоянство господь э, притчу такую э, приводит про вдову про одного судью точнее говоря который бога не боялся и людей не стыдился, помните. И вот приходила к нему вдова, которая просила сотворить ей отмщение от ее обидчиков. Ну а тот не спешил помогать ей. Но поскольку она ему уже надоела все время приходя и прося, он говорит: ну помогу этой вдове сотворю отмщение, чтобы она мне не, доед... не надоедала дальше. И вот этот судья, который Бога не боится и людей не стыдится, это кто? Это Бог. Потому что, естественно, он Бога не боится. Чего ему бояться, если он сам Бог? И людей не стыдится, потому что э, он все для людей делает, ему стыдиться не в чем перед человеком, да? Вот Так вот, он Бога не боится, людей не стыдится, и э, вот эта вдовица это душа, которая овдовела от Бога, которая оказалась лишенной Его благодати, лиш, лишенной Его общения. И вот она, будучи служаема нечистыми духами, то есть, когда в то время, когда духи нечистые на нее нападают и склоняют ее к греху, и, может быть, она даже впадает в грехи, эта душа, вдова, это начинает обращаться к этому судье и просить у него помощи, чтобы он сотворил отмщение, суд над ее обидчиками, над нечистыми духами. И Господь этой душе помогает, но помогает, когда, когда она постоянно в молитвах. Но здесь еще один момент имеет значение, еще один фактор. Благодарность или неблагодарность наша. Благодарность или неблагодарность нашей души. Вот если душа наша благодарна, то Господь быстро помогает. А когда нам все не нравится, когда мы неблагодарны, когда мы завистливы, то Господь не спешит помогать нам, зная, что после этой помощи мы окажемся неблагодарными. Вот, поэтому будем благодарны, чтобы быстрее Господь слышал наши молитвы. Кроме того, нужно сказать еще о том, что пребывание в молитве, как Бога общения, является самым большим сокровищем для нас. Поэтому Господь, видя, еще опять же, да, видя, что мы получим, получив исполнение нашего прошения, молитву оставим, он опять же не спешит исполнять наше прошение. Видя, что мы окажемся неблагодарными или молитву оставим, он заботится о том, чтобы мы пребывали в лучшем состоянии. Поэтому он не подает нам иногда просимое, видя, что молитва наша после этого прекратится. Нет большего дара, как пребывание в молитве. Поэтому для неблагодарных душ чаще, не чаще, а всегда гораздо полезнее не получать просимое, чтобы пребывать в молитве. Но, опять же, иногда Господь и в таких случаях тоже подает прошение, исполняет его, потому что человек тоже, понимаете, не у всех одинаковое терпение, и человек, не получая своего прошения, иногда может отчаяться и, ну, богохульствовать начать, что как же так, где же Бог? Вот, поэтому Господь иногда даже видя, что человек и так, и так от молитвы отвернется, да, в одном случае Получив просимое, в другом случае не получая его отвернется и надоест ему молиться. Он все-таки подает просимое в надежде, что все-таки это как-то повлияет на человека, может быть в будущем. Вот. Но если человек получает прошение и все равно от, отходит от Бога, оставляет молитву, оказывается вот таким неблагодарным, то он большее осуждение, большего осуждения сподобится, когда предстанет пред Богом, мы Господь спросит: ну что же так вот ты? Я твою молитву исполнил, дал, дал тебе твое прошение, да, а ты вот неблагодарным оказался. То есть это хуже получить прошение, получить исполнение своей просьбы и оказаться неблагодарным. Вот о чем еще говорит Григорий Палама. Он подчеркивает, что в нашей духовной жизни важно, важно еще третье делание, а именно бдение. Обычно... Все и батюшки тоже останавливаются на двух, так сказать, столпах, что ли, добродетели, так это назовем, на посте и бдении. И сам Христос говорит, помните, когда ученики к нему обращались и говорили, почему мы беса не смогли из этого отрока изгнать? А Христос отвечает, потому что этот род бесовский исходит только постом и молитвою. Но... Произошло это когда? После преображения горы, горы на Фаворе на некоторых иконах, можете посмотреть, преображение изображается э, среди ночи. По мнению некоторых экзегетов, толкователей, преображение произошло ночью. То есть это была ночная молитва. И мы из Евангелия знаем, что Христос очень часто э, уединялся или поднимался куда-то в гору для ночной молитвы, для бдения. Так вот, Григорий Палама дополняет вот эти слова Христа его примером, примером Христа же, что есть еще третий столб, так скажем, добродетели, это бдение, то есть пост, бдение и молитва. Без бдения молитва не будет прочна, сильна и совершенна. Я постараюсь свою вот сейчас не мысль Григория Паламы, а свою мысль изложить, почему это так. Вы наверняка читали, я надеюсь, многие из вас читали о э, бдении о ночной молитве. Знаете, что многие святые, Иоанн Лествичник и другие, там Макарий Великий, говорят, что ночная молитва очищает око ума и делает его херувимским. То есть человек, который молится ночью, он становится подобным херувиму. Зрение духовное его становится зрением херувимским. Вот, мне другой пример приходит я думаю, что те, кто из вас, даже не обязательно ночью, а хотя бы просто вот поздним вечером, в тишине, когда уже все улеглись, молились, а может быть, кто-то один в храме оставался, там батюшке помогал, имел ключи, там, допустим, от храма закрывал храм и молился в храме в одиночестве. Вот, я думаю, у вас такой опыт был. Или где-то на природе, например, может быть, в лесу, в тишине вы молились, особенно, когда уже вот вечер, и тело... Так сказать, перестраивается уже на ночной лад, какие-то помыслы утихают, страсти утихают, тело уже готовится ко сну. И вот если в это, в это время молились, то наверняка. По Попробуйте вспомнить: наверняка у вас особое, так скажем, послевкусие было от молитвы. Особым образом слова молитвы отпечатлевались в душе и в уме. Вот. Поэтому мне кажется, что ночная молитва, помимо всего прочего еще и способна дать нам почувствовать вкус молитвы. Есть такие ти-тестеры, которые чай пробуют. У них там стоит там тысяча чашечек, и чуть-чуть попробуют. И вот они говорят, качество чая сортируют его. Есть сомелье, которые вино пробуют, и мы там обычные люди попробуем, ну, что кислое вино, что не кислое, что прокисшее, что оно в тепле стояло, что оно в погребе холодном стояло, мы особой разницы не почувствуем. А вот Сомелье вам все скажет про это вино, как оно хранилось, когда его собрали, какой виноград, сорт винограда, на каком склоне там собрали, были дожди или не было дождей, переспел виноград, не доспел или вовремя его собрали, все скажет, про погоду скажет. Вот Точно так же происходит с человеком, который на ночную молитву встает. Он становится сомелье молитвы. Он начинает чувствовать каждое слово. Оно особый, неизгладимый отпечаток в его душе и в уме производит. Но здесь есть опасность переусердствовать. Ну, как и во всем, конечно. Везде можно переусердствовать. Нужно понимать, что, во-первых, должно быть нормальное здоровье. Я имею в виду не столько физическое, сколько психическое. Психически больным людям с какими-то вот такими психическими заболеваниями очень опасно э, предаваться ночной молитве, ночному бдению. Под бдением я сейчас конкретно подразумеваю не именно вот полностью ночное бдение, когда вы встали и всю ночь молитесь, или несколько часов, нет. Я в данный момент под, ночным, под, ночной молитвой и под бдением, ну это конечно бдение в кавычках будет, подразумевая просто небольшую короткую ночную молитву. И считаю, что никакого вреда вот такая молитва никому не принесет. Вот для этого нужно, во-первых, пораньше лечь. Желательно до 12 часов, в 11, там, в 10, 11, ну полдвенадцатого, чтобы нормально встать, скажем, в 3 часа. Буквально на минутку, на 2 вполне достаточно будет, если вы начнете с того, что раз-два в неделю будете вставать, к примеру, в три часа на одну-двухминутную молитву. Можно даже использовать те моменты, если вы просыпаетесь ночью по каким-то причинам или в туалет идете. Вот, сделали все свои дела, стали перед иконочкой, чуть-чуть проснулись, встряхнулись, вот, и четочку протянули. Или несколько раз тихонечко, неспешно, Богородица Дева прочитали или Царю Небесный, или Отче наш. Не надо какие-то длинные молитвословия, какие-то краткие молитвы. Молитва Иисуса здесь как раз лучше всего. Всего несколько слов. Господи, Иисусе Христе, помилуй меня. И послушайте. Не спешите несколько раз повторять подряд, а просто в тишине постойте, чтобы вот эти слова, они прозвучали в воздухе. И они наполнили воздух, все пространство вокруг вас, и вас как бы омыли и осветили. Впитались в вас хотя бы несколько раз произнесите эту молитву «Господи, Иисусе Христе, помилуй меня», и вы почувствуете особый вкус, особое послевкусие от молитвы. И когда вы утром на утреннюю молитву встанете или вечером на вечернюю, то вот это послевкусие, это память о том, как, какова на вкус бывает молитва, поможет вам совершать ваше утреннее вечернее правило. Так вот, таким образом есть три столпа добродетели, как есть три верховные добродетели, вера, надежда и любовь, о них мы сегодня уже говорили, да, есть три столпа добродетели, пост, бдение и молитва, и мы с вами знаем, что у души нашей есть три силы, ум, воля и чувства. И вот каждой из душевных этих сил мы должны дать соответствующее делание. Уму мы даем молитву, воле мы даем бдение, а чувствам даем пост. Чувства очищаем постом, волю нашу совершенствуем бдением, а ум упражняется в молитве, потому что именно для этого, для Бога познания, для Бога общения, Он и сотворен Богом. По поводу прелести еще несколько слов скажу часто об этом говорю, поскольку есть такое клише, такой штамп, стереотип, что человек, занимающийся молитвой Иисусовой, склонен к прелести. Вы знаете, к сожалению, или к счастью, не знаю, но вообще к сожалению, что люди в прелести впадают, да мы все в прелести, поскольку прелесть – это прельщение, да неправильное, неправильное мироощущение. Когда мы неправильно на мир, когда мы неправильно на себя смотрим, вот это и есть прелесть, обман, мы обмануты. Неправильно себя оцениваем, неправильно Бога оцениваем, неправильно мир оцениваем, неправильно ближних оцениваем. Это прелесть. Мы обмануты. Все видим не таким, каким оно является. Но особая прелесть возникает тогда, когда человек начинает тщеславиться какими-то своими мнимыми духовными дарованиями. Если у человека настоящее духовное дарование, он в прелесть не впадает. Ну, то есть он может, конечно, впасть, но это сложнее, потому что человек, обладая истинным духовным дарованием, понимает, что оно от Бога, и он трепещет, что Господь с него за него спросит. <къем> вот, он понимает, какая ответственность на нем лежит за это духовное дарование. Так вот, гораздо чаще, дорогие друзья, мне приходится видеть, и вам, наверное, тоже, гораздо чаще мы с вами видим людей, находящихся в прелести, не занимающихся молитвой Иисусовой а тех, которые просто вычитывают свое правило, молятся, какие-то каноны, там последования дома читают, регулярно ходят в храм, исповедуются, причащаются и при этом себя превозносят над другими. И вот на неофитов, особенно которые, может быть, еще себя как-то не совсем правильно ведут, не зная, как поступить, в какой одежде там в храм прийти или что-то такое, набрасываются, шипят на них, делают замечания. Вот это и есть прелесть. Прелесть превозношения над ближними со стороны тех людей, которые совсем молитве Иисусовой не прилежат. А молитва Иисусова что такое? Человек может даже заменить все правила молитвы Иисуса в утреннее, вечернее, последование к причащению и так далее. Все каноны, псалтири, молит, заменить молитвой Иисусовой и целыми днями говорить «Господи, Иисусе Христе, помилуй меня». «Господи, Иисусе Христе, помилуй меня». Всего пять слов он говорит. Чем тут тщеславиться? Он говорит, Господи, помилуй меня, и еще не знает, помилует его Бог или не помилует. Сидит нищий на гноище, в врубище в пепле, да и говорит, помилуй, да помилуй, помилуй, да помилуй. Чем тут тщеславиться то Вот так вот. Еще одно основание нашей молитвы – это смирение и поиск, поиск прощения своих грехов, поиск милости Божией. Помилуй мя. Мы ищем милости, мы не ищем фаворского света. Если мы приступим к деланию, к молитве Иисусовой с желанием каких-то чудотворений и фаворского света, конечно, мы очень быстро в прелесть пойдем, потому что бесы нам этот фаворский свет, ну, в фаворский в кавычках, конечно, это будет не фаворский свет. Свет какой-то покажут нам. И мы его примем за фаворский, и дьявол получит над нами власть. Или дьявол в виде Христа нам явится, такое тоже может быть. Вот, но если мы со смирением к молитве Иисусовой, или к любой молитве приступаем, помня, что мы взялись за подвиг, да как и пост тоже, поститься мы должны не от праведности, не от того, что я такой великий, там, скажем, неделю ничего не ем и не пью, да, или там на хлебе с водой сижу. Я это делаю, к примеру, не потому, что я святой, а потому, что я блудник, раздражительный, гневливый человек ненавистник, и вот я со своими страстями борюсь. Я пытаюсь задушить эти страсти в себе, и я еще не знаю, получится у меня это или нет, поэтому я постом своей страсти душу в себе, а не потому, что я великий постник, понимаете? Вот, каждый из нас должен к подвигу приступать с такими намерениями, из таких побуждений, из желания задушить в себе страсти, а не из желания стать чудотворцем и зрителем фаворского света. Ну и в связи с молитвой Иисуса еще два слова о правиле преподобного Серафима Саровского. Многие заменяют, говоря, что вот мы устали, там с работы пришли, и заменим правилом Серафима Саровского. Правила Серафима Саровского многие считают это три молитвы утром и вечером. Царю Небесный, Отче наш и веру, символ веры, да? Или что там, или Богородица Дева Радуйся, или четыре молитвы. Вот, вот эти, ну, 3-4 молитвы. Это правило Серафима Саровского. Нет, дорогие мои, это не правило Серафима Саровского. Правило Серафима Саровского было дано тем людям, которые с утра до ночи на поле пахали и приходили домой уже просто падали. Поэтому не падая на постель, читали вот эти четыре молитвы и вставая рано утром через несколько часов сна бежали на поле пахать, вот быстренько читали вот эти четыре молитвы и все время, пока они за плугом там или где-то стояли, они весь день пребывали в молитве Иисусовой. Господи, Иисусе Христе, помилуй мя. Поэтому, батюшка Серафим Саровский говорил, что, исполняя это небольшое правило, можно прийти в великую миру. Но ну, он полдня говорил: Молитву Иисусову, полдня Богородичную, да? Там разные варианты. Пресвятая Богородица, спаси нас, Пресвятая владычица, моя Богородица, помилуй, спаси меня, или как-то так вот. Вот, ну, неважно. Важно, что полдня молитвы Иисусова, полдня вот Богородичная молитва. У монахов, кстати, в Пятисотнице там тоже 300, скажем, Иисусовых, 100 Богородичных, 50 Ангелу-Хранителю, 50 там всем святым или какому-то святому, там Небесному Покровителю, например, или всем святым. Вот. Конечно, если человек целый день пребывает в молитве Иисусовой, почему ему не прийти в высокую духовную степень? А если мы все наши правила заменили тремя или четырьмя молитвами, то как мы придем в эту великую степень? Никак. Вот мы помним, что правило Серафима Саровского – это весь день пребывать в Боге. С вами был Протерий Кирилл Иванов и канал «С Попом обо всем». Храни вас всех, Господь! Всего доброго!